Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, ну что, ребятушки, я вам скажу одно. Что, как видите, у меня появилась прокачанная друидка. Я ее прокачал, не помню, правда, до какого уровня, но это не важно. Так, давайте смотреть, что у нас здесь. Оу, хо-хоу. Вот это хорошо, ребята. Маг-рыцарь у меня получает третью звезду. Слушайте, это ж классно. Да-да-да, это класс, ребята. Ох ты, прихорошилось. А раскачать не получится, к сожалению, потому что у нас не хватает на это финансов. Так, что у нас здесь? Ага, я повышаю до второго уровня, до второй звезды, башню Крипта. Редкая башня нежити. Давай развивать. Так, кровь из железа, 8%. Я не знаю, что это такое, ребята. Так, секунду, а что, еще что там? Ох ты, да-да-да, ребята, вчера буквально я играл втихушечку, конечно, от вас и заработал себе тыквоголового. Поэтому, естественно, будем его разблокировать. Ух ты, да я ему даже вторую звезду могу сделать. Ай, какие мы молодцы. Так, оглушение головы. Кстати, ребята, я играл против тыквоголового, знаете, в чем прикол? Когда он бросает свою голову, тыкву, а нас, например, идет, ну, там, вместе, там, человечков 5-6, урон получает все. Да-да-да, это очень круто. Ну что же, это я так вкратце вам объяснил. Ребята, ежедневные испытания я сегодня сделал с утра, к сожалению, поэтому подраться я больше не смогу. Как видите, три попытки все истрачены, и все как раз удачно у меня вышли, почему я сегодня не смог пропать мага вот этого... Война. О, арена, да, посмотрим, давайте. О, первое место, ребята. Ох ты, 21 карточка друидки. Да ладно, не может быть. Да, ребята, 21 карточка друидки. Плюс 13 карточек базы, 15 карточек нашей черепахи пучеглазой, 12 карточек щитоносца, храмовый пес 13 карточек и 16,5 тысяч голды мы с вами получаем, ребят. А, кстати, тут совсем немножко остается у нас, и мы получим с вами 51 уровень. Так, какие уровни? Ой-ой-ой, да вы что, вы издеваетесь надо мной? 59-60 уровень? Не, и кем же я, по-вашему, тут должен... Не, ребята, вы извините, конечно, но не получится у меня пройти дальше. Не получится. Поэтому придется мне тут сдаться. Так, а ну-ка, нет, ребята, друидку я, к сожалению, прокачать не смогу. А почему? Сколько мне не хватает? Ой, ой-ой-ой, еще очень много не хватает карточек мне. 16 тысяч, да, что я могу сделать? Я могу прокачать. Я могу, ребята, прокачать. Кстати, спасибо вам большое за те советы, что вы мне пишете. Так, ну, давай друидку прокачаем. И я понял, она там выпускает разные сферы. Пока нет возможности ее проэкспериментировать, ребят. Но как только прокачаем до нашего уровня, обязательно возьмем ее в пачку и проверим этого босса. Ну что же, а нам остается только начать прохождение основной сюжетной миссии, ребята. Ой, а как-то мы тут с вами... Как это мы тут с вами напортачить-то умудрились? Ах, вот оно что, ага. Тут у нас же бабулечка, да? Бабулечка-ягулечка. Кого будем брать? Слушайте, ну вот этот вот, конечно, Сёгун, да, дает, как говорится, просраться нам. Блин, я даже не знаю. Ну давайте попробуем вот этой вот колодой пройти. Попробуем пройти именно этой. Другого варианта я пока не вижу. Если у нас получится, будет замечательно. Надо просто успеть, ребята, до того, как он вызовет своего этого хламона. Давай. Ты посмотри, что он творит. Урон по базе, да? Да, ребят, урон по базе. Офигеть! Слушайте, я даже не знаю, что и делать. А, нет, в принципе, все, я понял, что мы будем здесь с вами делать. Сейчас. Нам нужно брать с вами ту старую пачулю, где у нас черный рыцарь, Крит и так далее и тому подобное. Да, только так мы сможем с вами пройти. Причем довольно хорошо. И без потерь. Мы тут проигрываем почему? Потому что он... Ну, во-первых, у него сыграла супервозможность, суперспособность, да? Это ускорение. Ускорение с охрененным дамагом. Если бы она не сработала, пока бы он доковылял до моей базы, естественно, мы бы его расколбасили.
Но, как видите, не получилось. Поэтому берем, да-да, вот именно эту пачку, ребята. Именно эта пачка у меня считается Uber. Вот в данный момент, пока лучшего я ничего не смог придумать. Сейчас посмотрим, как она у меня будет срабатывать. Так, естественно, я вызываю сразу голема. Видите, сейчас все нормуль. Сейчас у него спецвозможность не сработала. И, соответственно, мы начнем потихоньку тут бомбить. Так. Черный рыцарь, ребята, черный рыцарь. Нам здесь в помощь. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой! Ё-моё, я же совсем забыл. Да. А здесь-то, к сожалению, а мы так сделаем с вами. У меня нету в этой пачке одного единственного воина, это который может наносить дальнобойный урон, то есть стрелковый. Да, но тем не менее, ребят, базу все равно мы разнесли. То есть победа за нами, причем идеальная победа. Ну, а мы с вами продолжаем. Да, в эту пачку, кстати, действительно надо задуматься по поводу того, чтобы воткнуть себе какого-нибудь дальника. Так, ну что, здесь у нас опять же самурай, опять же тигр. И бабка, но бабка не прокачанная, поэтому я думаю, что здесь, наверное, здесь, наверное, пойдет вот эта вот пачка у нас. Да, или же вот эту взять. Слушайте, ну вот эта пачка тоже себя неплохо проявила. Единственная проблема в том, что у нас дорогой и слишком дорогой танк. Даже два танка у нас. Хотя я бы бородавочника не назвал танком. Он больше все-таки дамажер. А танкуля вот 275, ну, дорого-дорого стоит. Хотя у него тигр тоже дорогой. Но ассасин, он дешевый, то есть сёгун, он дешевый, но он мощный, вы сами это прекрасно видели. Поэтому давайте все-таки возьмем, наверное, вот эту вот пачку с вами, попробуем ей зарулить. Если получится, это будет хорошо. Не получится, переиграем. Так, главное, чтобы у него не сработала спецвозможность. Это ускорение вот этого долбана его, когда он бежит, как очумелый, и бомбит при этом. О, считайте, нам повезло уже. Нам уже крупно повезло. Да, тем более мы его здесь сейчас... Ну, как он скоро бомбит просто на скорости, ребят. Так, выходит. Сейчас, ребята, мы его здесь захоркаем. Так, у меня лучник, блин. Нужно еще кому-то... Воу-воу-воу-воу-воу, вот это вот нам не нужно. Вот это уж извини, но... Блин, этот тигр. Черт, я не знаю, зомби что ли вы... Блин, тихо-тихо-тихо, замораживаем. Заморозка, где? Почему заморозка не сработала? В чем проблема? Так, надо зомби вызвать. Нафиг, на всякий случай. Чтобы, если что, он мог подчистить, ребята, косячки наши. Так. Нет, самурая не будем, вызываем боевуху. Да, ребят, боевуху надо вызвать. Так, взрываемся, взрываемся там. Отлично, хорошо произошло все. Так. Нет, этому не бывать. Все, начинаем наносить урон. Блин, опять этот вышел, а? Сёгун. Ну все, базу мы в любом случае, ребята, сейчас разнесем. Есть. Так, карточка моя. Это хорошо. Но дальше-то хуже. Дальше будет... Кто туда... Ой, нет, ну только не вот этот вот. А, вот только не он. Все, ребят, здесь уже, как говорится, колода сама в руку просится. Именно вот это, потому что здесь у нас есть оборотень. Но здесь нет у нас ни одного стрелкового чувачка. Что же нам делать? Как вариант убрать черного рыцаря и поставить вместо него какого-нибудь дальнобойного? Слушайте, здесь бы очень хорошо бы... Вообще идеально смотрелась бы наша ниндзя. Слушайте, а в этой пачке нет. В этой пачке она не будет смотреться. Ладно, давайте попробуем. Попробуем так. Фиг с ним. Я, конечно, очень сильно рискую, потому что цапля все-таки, ребят, бомбить будет. Но... Вдруг прокатит, вдруг у нас все получится. Сейчас главное вызвать голема. Успеть. Не, давайте сделаем рыцаря. Ах, вот как, да? Вот как все пошло. Меч-то сломанный у этого гаденыша. Ой, вышел. Появился, ребята, появился. Давайте оборотня нашего. Вот только оборотня здесь нам должен хорошо помочь. Так, погоди-ка. Мне не нравится этот расклад весь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ладно. Да чтоб его, а.
Да, ребят, я прекрасно знал, что это будет хреновая затея, блин. Очень хреновая, она, как видите, срабатывает у него. Тактика, блин, ведение боя. Давай вот так вот попробуем. Мои воины подбираются уже, ребята, покоцанные. Просто изрядно. Нет, надо брать сюда какого-то дальнобойщика. Дальнобойщика. Я имею в виду чувачка, который имеет дальнюю атаку, чтобы смог уничтожать вот эту вот цаплю. А то у нас тут какое-то фуфло получается, если честно. Хотя, погодите секунду, ребята, может быть. Может быть, еще не все. Да, не все было потеряно. Фух, чисто случайно получилось, ребят, если честно. Оу! Ну что же, поздравляйте меня, ребят, поздравляйте. 21 уровень, хотел сказать. 51 уровень мы получаем с вами. Максимальная энергия плюс гемы плюс 76500. Ух, прокачаем сейчас своих бойцов. Ай-яй-яй, классно. Так, ну что ж, давайте приступим именно вот с этой пачки. Эта пачка меня всегда радует. Радовала и, надеюсь, еще столько же будет радовать. Естественно, ребята, если мы кого-то найдем более, как говорится, убернее, более, как говорится, мощнее, практичнее герой, естественно, мы его сразу будем втыкать. А в какую пачку, это уже посмотрим по обстоятельствам. Видите, у меня где-то есть пачка дамага, где-то есть пачка сдерживающая, которая больше танкующая, так скажем. Так что под каждую, естественно, нужен будет свой юнит. Так, давай. Ой, у нас, ребята, все, деньги закончились, к сожалению. К сожалению, закончились, но это не беда, ребят. Игра-то продолжается, поэтому вперед в бой, как говорится. Так, мы с вами получили 51 уровень. Ну, на арену все равно бесполезно, там полтинники против нас. Точнее, даже не полтинники, а 60 уровни. Ну что, ой-ой-ой-ой-ой, ты посмотри, что здесь творится. В принципе, мой дед здесь должен зарулить, но опять же, у нас здесь нет, надо, ребята, менять. Здесь нужен дальний бой, ну это фигня полнейшая получается, что цапля, извините меня, наносит такой колоссальный урон, а мы просто-напросто на это сидим и смотрим. Меня такой не устраивает расклад, поэтому надо менять. Как бы я, конечно, не хотел бы этого рыцаря отсюда убирать, если честно. Но надо. Так, подожди, как... Блин, я все время забываю, как сделать. А, вот сюда надо. Так, убираем рыцаря. И берем... Кого будем брать? Так, давайте посмотрим, ребята, кого бы нам с вами взять такого классного, хорошего. Ребята, у меня никто в голову, честно говоря, не идет. Вообще, вот, хоть что делай. Блин, рыцаря бы этого взять. Слушайте, а этот рыцарь у нас, интересно, бьет? Воздушные цели или нет? Вот этого я не проверял, кстати. Ладно, в общем, я с той пачки забираю ниндзю. Вот с этой. Сюда мы поставим с вами рыцаря. Вот я зашибись выиграю, да? Если я поставлю сюда рыцаря. Обалдеть просто. А что же делать-то? Ничего не поделаешь. Пускай он пока здесь постоит. Ну, а в эту пачку, естественно, мы с вами воткнем нашу ниндзю. Все, я думаю, теперь у меня здесь вообще супер-пупер команда. Ну что же, вперед и с песней. Фух! В бой. Слушайте, ну ниндзя, знаете, к чему слаба? К магии этого придурка Дженя, который стоит сзади и пуляется всякой фигней. Да-да-да. Она может просто элементарно не добегать. Ой, ладно, надеюсь, у нас все получится. Не забываем, ребята, здесь расстраиваться, потому что он сейчас будет вызывать здесь босса. Так. Ой-ой-ой, как он быстро снес-то. Как он все-таки критует. Очень сильно критует, ребята. Так. Давай, ниндзя, давай, ниндзя, бомби. Отлично. Так, я жду, ребят, я вызывать сейчас буду деда. Я буду вызывать деда. Все, дед готов, ребята, он вышел. Вышел на тропу войны. Хреново. Очень хреново сейчас тут будут дела у нас твориться. Ну, дед, давай, не подведи меня, главное.
Фаербол полетел. Еее. А он думал, что все так легко и хорошо будет ему. Хрен. Хрена лысого. Вот что я вам скажу. Да, ребята. Фу, я считаю, что это... Тихо, монетка. Я считаю, что это великолепная была победа. Все-таки продуманная. Не зря мы взяли с вами сюда ниндзю. Она очень хорошо себя здесь проявила. Просто великолепненько. Ну что ж, получаем сундучок и смотрим, что у нас тут будет. А? Ну? Так, ну что, ребята, я вам могу сказать. 10 тигров и 8 копейщиков плюс 6,5 тысяч голды. Ладно, сгодится. Мы с вами переходим... Эй, погоди. Переходим вот сюда. Это у нас фракция людей, получается, да? Детский сад против нас сейчас выставляет. Ну, раз уж 51-52 уровень, будем, ребят, с вами вот этой вот командой рулить. Потому что здесь скоростных нету. Здесь в основном, ну, крит и немножко сдерживающих юнитов. Это вот в плане темного рыцаря, который может застанить. Мы даже можем вот... Нет, нет, этим не будем пока. Вот этим все-таки мы с вами пойдем. Будем проходить начальные уровни теми пачками, которые, в принципе, нам пока не актуальны. А самые наши уберные мы оставим на дальнейшие уровни. Там, потому что, сами понимаете, все будет намного сложнее. Поэтому они нам... Тихо, братюня, успокойтесь, пожалуйста. Что-то разогнались-то так. Я тоже своего рыцаря вызвал. Воу, а как ты так? Как ты, эй? Да ну-ка нафиг, брось ты этим заниматься, дурью этой. Рыцарь. Я понял, ребята, это во всем виноват, блин, чертов фехтовальщик. Да, именно он. Так. Мы с вами взяли, грубо говоря, преимущество, поэтому шансов у него уже больше никаких нету. Сейчас будем просто его расколбать. Нет, он, конечно, сейчас может у нас фаербол свой запулякать и всех тут положить. Но я думаю, что он этого делать не будет. Я надеюсь на это, что он не... Ну-ка, давай, бордавщик. О, с разгону. Бомбаника по базе. Бам, отлично, молодец. Слушайте, вот так вот плохо, когда все твои юниты стоят вот такой вот кучей. Просто фаербола одного достаточно будет, чтобы просто всех снести. Но, тем не менее, ребята, мы с вами здесь побеждаем. Фух, двигаемся дальше, смотрим. Так, у нас здесь добавляется копейщица. Я даже знаю. Хотя, фиг знать, ребят. Попробуем опять же этой пачкой пройти. Поехали. Так, кого он сейчас будет вызывать? Ну, у меня, если что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, нужен обязательно, ребята. Давай ты быстрее, успеем, нет? Ну-ну-ну-ну-ну. Есть, успел, по-моему. Я успел. Да. Так, ну здесь он ватный, ребята, мы здесь побеждаем. 3 звезды все-таки у него есть. Так, копейщица идет. Копейщица-то плохо, ребята, у него дальняя атака, при этом она атакует всех, по-моему. Что мало ее спасает, конечно же. Так, давай-ка сделаем вот так вот. Пим, поджарим у всех. Ну и начнем уже потихонечку бомбить базу. Так, давай, родные мои, бомбим базенку. Все, не расслабляемся, давайте. Хоп. Расшуршали. Монеточки мы подобрали. Ну и все. Как видите, победа здесь за нами, ребята. О, карточка за карточкой вылетает, это же круто. Ну что ж, второй уровень опять пройден на изи. И у нас третий. Кто добавляется здесь, в эту пачку? Посмотрим. Добавляется лучник, ребята. Добавляется лучник, это значит, что пачку я менять не буду. Я не вижу смысла, потому что, ну, лучник, да, он будет издалека бомбить. Но, тем не менее, мы должны задавить массой. Я это... Так, выходит мечник, ладно. Мне нужно успеть, ребята, вызвать паладина. Потом... Да, потом... Потом черного мечника своего. Так, я думаю, надо будет нам сыграть с вами. Так, и банши здесь бы, кстати, не помешало бы. Да. Сейчас покричит маленько, поорет на них. Так, а вот, ребята, и лучник, как мы видим, вышел. А я вызываю бородавочек. Бородавочек, к сожалению, не стал бежать. Ну, это и не актуально. Все, ребят. Ой! Мы просто одним залпом своей базы снесли ему 4 юнитов. А вы сами представляете, как это по мане сказывается. Это очень больно и неприятно. Все, грубо говоря, мы уже подошли к базе. Сейчас остается только лишь ее разбирать. Нам еще тут фартит с бонусами, ребята. Ой, красота. Ну, бардашник, давай. Беги. И последний удар. Бам. Ай, нет. Ну все, ребят.
Замечательно. Что же я вам скажу? Вот этой пачкой мы с вами прошли 3 уровня. Так, а вот здесь уже кисло. И все дело в том, что у нас добавляется вор. Вор добавляется, это значит... Блин, он очень большой критовик. Очень сильный критовик. Неужели мне придется... Да, по ходу дела придется, ребята. Поехали. Так, как мы помним, у меня может с ним справиться ниндзя. А, нет, нет, не справится. А не справится то... Ой-ой-ой-ой, только по одной причине, ребята. Потому что он уходит в инвиз. Да-да-да, именно из-за этого. Ну-ну-ну, да бомбани... видите, все-таки отлично она справляется с этим, с вором. Все-таки шикарно, ребята. Да, ниндзя все-таки крута. Я очень рад, что все-таки мы ее стали с вами прокачивать. Так, ну что же. Голем, ну что ты на... Давай завязывай с ним уже побыстрее. Все, я выстрелю фаербол. И победа у нас, ребята, в руках. Вообще замечательно. Ну что же. Последнее задание на этой карте. Так, у нас тут добавляется король. Ну, это босс, ребята. Ну, я никого не буду менять. Я оставляю именно эту пачку, потому что она себя проявила очень хорошо. Поехали. Как говорится, все в наших руках. Самое главное, что вот первую вот эту вот ходочку надо, ребята, не продинамить. Кого он там будет? Он, как всегда, будет, наверное, вора вызывать, да? Нет? По идее, должен вора вызвать. Нет. Опа, опа, опа. Вот как он делает. Ха-ха. Ребята, он знаете, для чего это делает? Для того, чтобы себе быстрее набрать 500 маны. Но я думаю, что у него здесь не прокатит этот вариант. Мы его, во-первых, опередили. Во-вторых... Блин, а во-вторых, что? Ой-о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 й! Ай, ай! Как больно сейчас было. Черт бы его побрал. Блин, он мне все карты сбил, ребят. Так, давай, уничтожай. Отлично. Так, ну все, теперь я уже точно, ребята, вызываю деда. Ну и вы сами знаете, что сейчас будет. Будет просто полный Алис. Что там вызвал короля своего? На, иди отсюда. Блин. Да, удар-то у него, конечно, мощный. Никто не спорит с этим. А если мы? Ха-ха-ха-ха. Давай, давай, дедуля мой. Ну, прожги его. Отлично. Все, ребят. Карточка выиграна нами. Вообще элементарно. Ну, что они против деда сделают? Ничегошеньки. Еще и заморозка у нас тут. Все. О, еще и оборотни в ярости. Да, ребята. Вор даже не дошел. Вообще великолепно получилось. Ну что ж, забираем судук. Смотрим, что нам здесь, ребята, из него выпадет. Ух ты, 8 баллист, 10 мечников и 6500, опять же, денег. Так, у нас, по-моему... А, нет, ребята, у нас еще две миссии. Две карты, точнее. Так, ну что же, карта нежити у нас здесь. И, как мы видим, у нас голем 53 уровня плюс летучая мышь 52. Для этой катки я, наверное, с вами... У меня вот почему-то вот это вот напрашивается. Мне придется, наверное, скорее всего, их взять. Здесь у меня лучник есть, если что. Не забываем, что летучая мышь делает ядовитую лужу, в которую попадают наши юниты, соответственно, теряют здоровье, причем в огромном количестве. Ладно, надеюсь, мы сейчас с вами здесь как-нибудь успеем все это разрулить. Пока никого не... Ой, я так и думал, ребята, что он вызовет именно мышь эту свою. Давай, лучник, быстрее, созревай. Оу, ху-ху-ху-ху. Ладно, давай так попробуем. Блин, ну лужа ядовитая. Вот о чем я вам, ребята, и говорил. Так, давай-ка я... Да чтоб тебя, ты достал уже, эй. Иди сюда. Не-не-не-не, во, отлично. Так. Ну что, я вам скажу, что самурай под прикрытием лучников довольно неплохо бомбит. Но опять же при прикрытии. Если не брать дальников сюда, самурай, конечно же, здесь проиграет однозначно этому голему. Так, ну а здесь, как вы понимаете, уже катка за нами. Все, тут уже даже думать нечего. Даже кого бы он сейчас не вызвал. Хоть 1000 летучих мышей, они просто не будут успевать здесь ничего сделать. Мы их просто будем разбирать. Все, победушка. Так, продолжаем разговор. Переходим с вами на вторую часть.
Ой-ой-ой-ой-ой, 52 уровня привидения. Слушайте, оно, наверное, будет очень прилично наносить урона. Блин, я вот ненавижу, что этот Джень, что вот этот вот призрак, которого, причем он выпускает всего один раз, и он будет вот так вот постоянно здесь летать, компенсировать нам мозги. Он очень хорошо сносит зомби. Очень хорошо сносит зомби, ребята. Я имею в виду зомби взрывной, который колоссально ему наносит урон. Так. Да и лучников, вы, как видите, тоже нехило, да? Буквально на два раза будет хватать. Блин. Вот чепушило, а. О, вот это летучая мышь. Ладно. Лучник, лучник сейчас погибнет. Ой, блин. Твою дивизию. Лужа это... Так, давай ману начинаем. Так, ладно, пока вроде бы... Вроде бы держимся, ребят, но, опять же, как-то критично все у нас здесь. Базу. Ты посмотри. Ты посмотри, что тут происходит. Просто аврал какой-то. Давай-ка мы вот так вот сделаем, Саня. Лучник, ты, главное, бомби. Бомби мне мышь летучую. Вот этого я боялся. Вот этого я боялся. Бам, ребята, мы получаем с вами урон по базе. Офигеть можно. Ну что, мы тут проиграли с вами только лишь по урону. Да, по урону, ребята. Вы посмотрите, сколько наносит урону. То есть зомби мой просто не доходит до точки. И против этого привидения ничего абсолютно нельзя сделать. Понимаете? То есть оно летает само по себе бесконтрольно. Ой, зомби, конечно же, тут не доходит. В общем, что я могу сказать? Что лучник, по-моему, мой здесь. Да, даже если я его сюда ни одного поставлю, все равно не будет котироваться, ребят. Хм, что ж тогда нам делать? Что нам здесь можно с вами придумать? Так, ну база хрен с ним. База так бомбит. Зомби, вот вся проблема, ребята, в зомби. Он просто не успевает дойти, его уничтожают. Его уничтожают вот эти вот привидения. Плюс летучая мышь, которая выпускает ядовитую лужу. То есть мы стоим в луже, травимся. Плюс при этом летит вот это вот вонючее привидение, которое наносит урон. Да. Ха-ха. Тяжело будет здесь. Не знаю, если так катка, ребята, не справится с этим делом, то я уже даже не знаю, кто тогда вообще справится. Ну давайте хотя бы базу-то бомбанем, елки-палки. Все. Ох-хо-хо-хо-хо. Ладно. Придется, ребята, брать критом. А крит у нас это вот это вот. Поехали. Если это не справится, то боюсь. Не справится уже никто. Или чисто удача, ребят. Чисто. Ага. Привидение тут. Вот оно сейчас начнет нам мурыжить мозг. Так, голем, давай, голем на голем. Ну, естественно, призрак сейчас будет наносить дамаг. Так, циркулярка моя не так много получает урона. Это хорошо, это плюс. А ниндзя. О, я вот ниндзя как раз получает приличный урон. Ну, вот эта вот способность у ворота вообще у нее, конечно, гениальная, ребята. Что она может увернуться от урона, превратившись почему-то в какое-то полено там. Ладно, 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 не будем сейчас об этом. Сейчас нам нужно нанести. Есть, есть, мы все-таки прошли эту миссию, это задание. Но дальше, я думаю, будет только сложнее. Никаких нам уступков не будет. Так, тут добавляется у нас, ко всему прочему, добавляется у нас хил. Это служитель тьмы, медленный уязвимый боец. Высасывает силы из врага и наделяет ими соратников. То есть он из нас выкачивает, да, и перекачивает соратников. Что я могу сказать? Для этого нам... А, здесь нету привидения. Ребята, здесь нету привидения. Поэтому я думаю, что вполне может вот эта каточка зарулить. Призрака нету, соответственно, летать никто не будет. Мозги компенсировать никто не будет. Поэтому зомби мой спокойно дойдет до врагов. Соответственно, здесь только лишь голем. Ну и летучая мышь, которая будет немножко нам мешать. Так, давай проверим. Так, хорошо. Сразу же нам нужно выпускать лучницу. Пускай она прикрывает нашу боевуху. Так, самурай нам тоже здесь, думаю, пригодится.
что-то странное, как-то тихо. Что такое? Почему? Ага, вызывает второго голема. Ладно. Давай вот так вот попробуем сделать с вами. Ха-ха, служитель тьмы, здорово. Иди сюда, хламон. Под раздачу. Под зомби, под зомби, под зомби обязательно. Опс. Отличненько все. Жалко, что зомби взорвался без лужи ядовитой. О, карточка выпала, отлично. Так, мы продолжаем, ребят, с вами. Не спеша, не спеша. Никуда спешить нам не нужно. Времени предостаточно. Будем все делать аккуратно и раздуманно. Вот если на следующем уровне появится привидение у него, вот, блин, вот здесь, ребят, придется задуматься уже, как нам быть-то вообще. Так, служитель, ну, пошел отсюда, ты нам здесь не нужен. Деньги отдай сюда. Давай-ка вот так вот сделаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, летучая мышь. Ну, будут... Фу. Лучники порой иногда тупят, блин. Вместо того, чтобы бить летающую цель, они почему-то наземную бомбят. Так, ладно, здесь мы с вами разрулили всю ситуацию, ребят. У нас предпоследнее задание. Ёпарасоте, ну почему, а? Вот здесь, ребят, тут еще и некро идет. О-хо-хо-хо-хо, тут еще и некро идет. Хм. Да, здесь самый идеал, ребята, потому что оборотень будет сносить некро. Голем на голем. Летучую мышь мы сможем уничтожить нашей ниндзей. Ну и крит, как же без крита. Поехали. Блин, ну а в следующем задании, если появится та же самая пачка плюс еще и с боссом, то все, блин, финиш какой-то будет. Ладно, вызываем, короче, голема, прикрываем его ниндзей. А он сейчас призрака своего выпустит, я больше чем уверен. И он будет летать. Или нет? Некро! Некро, ребята! Так, давай быстрее оборотня вызывать. Так. Ёпрасоте! Смотри, как он меня обманул, а! Опачки! Я не понял, я одного не понял. Да куда ж ты? Только так, ребята, оставалось. Потому что это фигня полнейшая была. Ой-о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 й. Блин, он мне все карты спутал, ребята. Все просто спутал карты. Я немножко думал, что по-другому будет все. Так, ладно, хотя бы некро снесли. Да почему ты ниндзя? Ты должна бомбить по... Ёпрасоте, а. Не надо вот этого вот выкрутаса. Ты посмотри, как он делает. Вызывает голема, да? Вызывает летучую мышь под ней. Ну, да почему ниндзя бомбит? Блин, да чтоб тебя, а. Да бомби ты, блин, по этой, по мыши-то летучей, а. Голема так хрен с ним, мы с ним справимся. Пипец. Пипец просто. Ух-ху-ху-ху-ху. Хм. Как же тогда быть? Как быть? Я вот, честно говоря, пока ничего не могу в голову прийти. Ну-ка, давай так сделаем. Чуть не пол, кого он там... Что вообще происходит-то здесь? Блин, меня нервирует, ребята, просто-напросто вот этот вот Каспер долбанутый летает, который он меня просто выводит из себя, вот честно вам скажу. Он меня так вымораживает мозг, блин, что... мне слов нету. Вот именно вот этот вот летучий говно, которое белое, летает здесь. Не знаю. Нету никаких шансов, походу, дела у нас. Хотя хрен его знает. Я попробую сейчас фаербол, ребята, забомбануть. Так, отлично. Отлично. А что отлично-то? Ничего пока отличного я не вижу, ребят. 18 секунд мы в любом случае с вами уже не проходим. Из-за этого чертового призрака, который летает и выносит нам мозг. Да уж. И во всем виновата, знаете что? Вот сейчас вот она идеально бомбит, но поздно. Поздно, танка-то уже нету. Как он так делает, гад? Этого летучую мышь вонючую свою держит именно позади. Ну, давай я вот так вот сделаю. Так, блин, опять это привидение, а. Оно достало, вот честно вам скажу. А ну-ка. Давай. Тут надо было оборотня вызывать, блин. Оборотень, ну. Так а чё, ну, по времени все равно, ребята, мы с вами сдулись. Он что-то даже никого больше не вызывает. Так, ладно. Ты посмотри, вот опять ниндзя тупит здесь. Вот опять ниндзя тупит. Она стреляет в дальнюю цель. В наземную, в голема почему-то. Вместо того, чтобы бомбить летучую мышь именно.
Ай, ниндзя, подводишь меня. Ну и кто здесь? Ага, здесь вот так вот. Ладно, хорошо. Ну, ёпрасоты, 53-й, 54-й уровень. Не знаю я, ребят. Вот здесь я вам точно скажу, что это какой-то жесткач будет по... вообще по полной программе. Слишком большой уровень для меня. Слишком большой. 53-й, 54-й уровень. Это на 3 уровня. На 3-2 уровня выше меня. Это как тут нужно проявить, извините меня, смекалку, чтобы разрулить. Да. То есть я даже голема здесь не смогу победить. Ё-моё, моя боевуха против голема — это, знаете, шелуха. Плюс летучая мышь, которая сейчас будет компенсировать мозг. Блин, он ее тем более вызывает сразу же. Офигеть. Ну и как? Вот как? Вот смотрите, ребят, сколько наносим мы урона и сколько они. Да-да-да-да-да-да-да. Как-то вообще печалька, ребята. Вообще печалька. Плюс еще тут некро тусуется. Все, короче, единственный вариант, ребята, это вызывать. А успеем ли мы вызвать-то? Вот теперь у меня какой вопрос возникает. Нашу богиньку-то успеем мы вызвать? Ну, давай, давай, 400. Давай, 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 давай. 500, 500, 500. Выходи, выходи, родная, где ты там? Ну, естественно, ее нужно прикрывать. На холодную-то не пойдет дело, согласитесь. Ёпрасоте, деда вызвал. Он деда вызвал. Ребята, он вызвал деда. Давай, ураганчик, застопори, пожалуйста, застопори его. Хотя бы на долю секунды. Зомби, зомби, блин, зомби должен был нанести урон. Так, ну что мы там, прожариваем, не прожариваем? Я не могу врубиться ни шиша. Как-то у нас все это кисло идет. Но мы наносим урон, ребят, наносим. Блин, наносили, по крайней мере, урон. Ёкал. Да будете вы бомбить. Ах, ёпрасте, вы посмотрите, что там происходило, ребята. И это чувырло отхиливало его, понимаете? Отхиливало просто-напросто. Ладно. Интересно, у нас сможет так получиться, что в ближайшие секунды мы сможем вызвать еще одного нашего босса? Чуть сомневаюсь, что получится. А хотелось бы. А мне бы вот хотелось бы, чтобы так у нас вышло. Блин, эта мышь летучая. Ну как она меня нервирует? Я не могу прямо, а просто. 21 секунда. Нифига, по-моему, тут у нас, ребят, с вами не получится. Может быть, получится, но... Деда вызвал, нет? Сейчас вызовет деда, вот поверьте мне. Он вызовет сейчас деда. И мы тоже, вызовем богиню света. Вызвал, нет? Не, странно, не вызвал, ребят. Удивительно даже как-то. Так. Так, хорошо, пока идем. Пока хорошо. Вот я вызову зомби. Что-то он не торопится дедушку-то вызывать. Почему? Что с ним вдруг, блин, случилось, а? Ну, вот оно, чепушило, который нам все испортил, когда мы босса бомбили. Он хилял его, понимаете? У нас отнимал здоровье, а хилял своего деда. Из-за этого мы и проиграли. Здесь уже проиграли, ребята, по времени. Ну как проиграли? Не получим 100% бонус, потому что у нас по времени не успели, не уложились мы с вами. Но саму миссию мы прошли. Да. Кисло как-то, да, ребятушки. Только он берет только уровни, ребят. У него слишком высокий уровень. Здесь я боюсь даже представить. 53-й, это начало 53-й. Наконец, здесь, наверное, будет уже 55-й. Жесть какая. Ладно, ребята, все равно будем с вами играть, все равно будем пробовать. У нас нет выбора другого, просто-напросто. Ладно, поехали. Как бы не было тяжело, ну, пасовать перед врагом не будем. Естественно, ребята, те задания я попробую перепройти в идеале, чтобы у нас все было. Но получится или нет, это уже другой вопрос. Ну, этот толкун, еще тут не хватало этого толкунчика тут. Иди отсюда, а. Ой-ой-ой-ой-ой, давай, банша, выходи, родная. Давай, ори на них там. Он не мог, что там, замораживает, что ли, или что делает? Он замораживает, а если мы вот так сделаем, а? Что-то там, припух.
Бородавочник, давай. Нет, не стал он употреблять разгон. Не понял я. Что, а как-то всех быстро-то разбомбили, эй. Ты посмотри, что тут. Ах, вот он что периодически делает. Понял, ребята. Йо, просто их, вас не слишком ли тут много, эй, родные. Че это так наплодил-то он их дофига, эй. Ну-ка, Банша, давай-ка разберись-ка тут. Поможет только вот это вот нам. Это не особо, конечно, помогло. Я бы сказал, вообще не помогло. Как так они херачат-то? Ты посмотри. Тю-тю-тю, и отлетает, блин, при этом. О-о-о. Бородашенька. По-моему, у нас тут нифига не получится. Так, ну давай, 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 супер удар, быстрее. А мы все равно получили, ребята, урон. Вот в данный момент я вам скажу одно. Он выигрывает только лишь уровнем. Он выигрывает уровень. Я не справляюсь чисто физически, ребят. Я сейчас, конечно, возьму другую пачку, но... Я знаю, что я проиграл. Удивили меня, блин. Представляете, у меня 51 уровень, а у него 55. Нормуль? Я думаю, что тут ничего не нормуль. Так, ладно. У этих у нас... Так, мы идем в бой с вами. Это причем первый уровень был. Хитрен батон. Ну что, я предполагаю, что мы можем только вот такой вот пачкой выиграть. Надеюсь, что можем выиграть. Поехали, будем пробовать. Рассуждения и обсуждения будут у нас все потом. Так, кто у нас здесь может? Ну, боевую жабу вызвать есть только. Боевая жаба. Медлительная зараза, но зато сильная. Так, и нужны нам здесь, наверное, скорее всего, лучники нам. Нет, давай самурая выберем. Слушайте, а вообще в идеале давайте вызовем зомби. Он сейчас тут кучу-то в эту зайдет, как шарахнет, и мало не покажет, ребят. Вот о чем я вам и говорил. А теперь вот так вот делаем. А? Ха-ха. Что, не понравилось? Все, губежки сдулись. Раскисли сразу, шпана подзаборная, блин. Ну, будете знать. Эти щитоносцы они достали, вот честно говоря. Что-то они же больно тут какие-то крутые. Так, ладно, давай еще одного зомби вызовем. Давай, давай, зомбарик, подходи, подходи, как можно быстрее. Я жду от тебя большого бума. Есть. Вот так вот. Слушайте, ну я думаю, что здесь мы выиграли с вами. Да, выигрываем. Ну, это одна новость, а вторая новость, что у нас энергии-то больше нет, ребят. На наших отличных супер войсках энергии, к сожалению, больше не осталось. А нам нужно еще вот эти два уровня пройти, причем в идеале. Да, кисловато все. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте мы тогда с вами на этом, пожалуй, завершим эту серию. Обязательно встретимся с вами в следующий раз и продолжим, конечно же, играть в эту замечательную игру. Так что всем большое спасибо за просмотр и удачки вам. До новых видосиков.